Всем привет! В этом видео я расскажу, как временно заблокировать или удалить навсегда аккаунт в Instagram с браузера на компьютере и приложения на телефоне. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Для многих пользователей социальная сеть Instagram стала чем-то неотъемлемым, где можно поделиться только что сделанным фото, наложить на него различные фильтры, найти друзей и даже начать собственный бизнес. Однако сегодня многие из них готовы удалить страницу в Instagram. Причиной тому стало, для одних пользователей это большое количество рекламы, а для других различные интернет-боты. Чтобы деактивировать страницу, вам придется долго искать этот пункт в настройках. Если вы действительно решили избавиться от страницы в Instagram, это видео будет вам полезно, так как далее мы детально разберем, как временно заблокировать страницу или удалить ее полностью. Итак, начнем. Существует два варианта деактивации профиля. Первый – это временное его отключение, и второй – полное удаление. Сперва давайте разберем, как временно отключить профиль в социальной сети Instagram. Процедуру удаления легче будет сделать через компьютер. Для этого нужно открыть страницу и нажать «Редактировать профиль». Затем внизу страницы нажать «Временно заблокировать аккаунт». В следующем окне вам нужно будет указать причину, почему вы решили заблокировать свой аккаунт, и ввести пароль входа в аккаунт для подтверждения процесса блокировки и нажать на кнопку «Временно заблокировать аккаунт». Большим плюсом этого способа является то, что когда вы снова зайдете в аккаунт из приложения, он автоматически активируется. Помимо временной блокировки аккаунта, есть еще один способ, который позволяет удалить страницу навсегда. Удаление учетной записи Instagram является необратимым процессом. После удаления вы потеряете все свои фотографии, видео и другую информацию навсегда. Также будут удалены и все подписчики. Так что для начала лучше все же временно отключить аккаунт. В таком случае вы сможете его восстановить. А если вы все-таки решились навсегда удалить страницу, давайте разберем, как это сделать. После удаления аккаунта вы не сможете снова зарегистрироваться с тем же самым именем пользователя или добавить его в другой аккаунт. Прежде чем удалять страницу, давайте разберем, как скачать копию ваших данных. В Instagram есть возможность получить копию всего, что вы публиковали. Сделать это можно как в браузере на ПК, так и в приложении на телефоне. В браузере откройте свой профиль и перейдите в настройки. Здесь выберите «Конфиденциальность и безопасность». Прокрутите страницу до раздела «Скачивание данных» и здесь нажмите «Запросить файл». Укажите электронный адрес, на который нужно отправить ссылку для скачивания данных, и пароль аккаунта в Instagram, после чего на указанную почту придет электронное письмо со ссылкой на ваши данные. Нажмите «Скачать данные» и следуйте инструкциям, чтобы скачать информацию. Как видите, сбор данных может занять до 48 часов. В мобильном приложении перейдите в свой профиль и нажмите по значку в виде трех полосок, затем откройте «Настройки», значок в виде шестеронки внизу, далее «Безопасность», «Скачивание данных». Укажите электронный адрес, на который нужно отправить ссылку, и нажмите «Запросить файл». Введите пароль аккаунта, после чего через некоторое время вы получите электронное письмо на указанную почту. Нажмите «Скачать данные» и следуйте инструкциям, чтобы скачать информацию. Для полного удаления аккаунта вам нужно будет перейти по прямой ссылке. Ссылка будет указана в описании под этим видео. Если вы еще не вошли в Instagram, сначала вам потребуется выполнить вход. Процесс удаления возможен только в браузере на ПК. Удалить свой аккаунт из приложения Instagram на телефоне не получится. Чуть позже в видео я покажу, как удалить его с телефона. После перехода по ссылке вы увидите окно удаления аккаунта, где нужно будет указать, почему вы удаляете свой аккаунт. Выберите из списка соответствующий пункт
и введите пароль входа для подтверждения. Теперь осталось лишь нажать кнопку «Безвозвратно удалить мой аккаунт», после чего он будет удален навсегда. Вкладка с предложением «Удалить страницу в Instagram с телефона» не так давно была удалена со страницы основных настроек профиля. Приложение постоянно обновляется, пытаясь как можно дольше удержать внимание пользователей. Тем более, что основной функционал создания и загрузки фотографий доступен именно с телефона. Чтобы удалить Instagram с телефона, запустите приложение, откройте настройки и перейдите в раздел «Справка» и «Справочный центр». Если нужно, интерфейс можно переключить на русский язык, здесь внизу страницы. Кликаем по пункту «Управление аккаунтом», а затем «Удаление аккаунта». На следующей странице для полного удаления выбираем «Как удалить свой аккаунт», а затем жмем по ссылке «Перейдите на страницу удаления аккаунта». На этом этапе нужно выбрать браузер или приложение, указать причину удаления, ввести пароль к аккаунту и для подтверждения нажать «Безвозвратно удалить мой аккаунт». В результате ваша учетная запись Instagram будет полностью удалена, и вы не сможете в нее зайти. Если нужно удалить приложение с телефона, смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. При последующей попытке входа после удаления аккаунта вы увидите следующее сообщение. Введенное вами имя пользователя не принадлежит аккаунту. Проверьте свое имя пользователя и повторите попытку. Это значит, что аккаунт удален безвозвратно и восстановить его уже невозможно. Поэтому прежде чем удалять, не забывайте о последствиях, так как возможно в будущем вы захотите его вернуть. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.